Всем привет! В этом видео мы будем рассматривать, как делать ложный карман в рельефах с выточкой. Карман будет у нас с клапаном и в рамочке. Кому интересно, смотрим дальше. Итак, в этом видео мы рассмотрим вот такой вот карман. Карман может быть предоставлен на курточках такой, в пальто я очень часто видела, и так же самое в жакетах. Карман ложный, то есть у нас здесь нету подкладки. Просто вот такой вот декоративный. Но для этого жакета этот карман служит как укрепление для выступающей части бедра. Итак, собираем. Рамочку и клапан мы прикладываем к срезу. Рамка у нас, получается, доходит до вот этого вот. Главное в этом случае, в моем, что у меня здесь идет вогнутая линия, и поэтому мне нужно прикладывать именно как вогнутая. Вот так вот совмещаю весь срез. Дальше я буду прикладывать буквально 7-8 миллиметров от срезов мой клапан, так как клапан у меня оплетный. Вот так. Идем строчить. Вот такое у нас получилось. Сейчас мы пойдем на утюг. Это все хорошенько проутюжим. Вот. Это у нас изнанка, это у нас перед. Это мы все хорошенько проутюжим и посмотрим, что у нас вышло. Дальше будем двигаться. После ВТО у нас получился вот такой вот красивый карман в рамочку. Дальше что нам нужно? Нам нужно пришить подзор ложный, который будет выглядывать из-под рамки. Ищем, где у нас надсечка для бокового, вот она, для бокового шва, и прикладываем лицо. Вот так вот. К нашему срезу. Мы соединяем только припуски с рамочкой, потому что не забываем, что у нас карман, клапан идет отлетный, и поэтому он не входит в боковой шов. А рамка и подзор должен входить в боковой шов. Поэтому мы совмещаем все и прокладываем строчку. Дальше покажу, что мы дальше делаем. Дальше мы идем на утюг, и все это хорошо приутюжим. Делаем ВТО. Итак, мы хорошо все отутюжили. Вот. Вот такая клапан у нас получается. Теперь нам нужно соединить подрез открытый с клапаном, с подзором клапана. И тогда у нас весь полностью перед будет готов. Для этого мы вот так вот соединяем открытые срезы подреза с подзором, который у нас не стачен, по всему периметру. Вот. И вот так вот выглядит наш уже готовый карманчик. Ложный, с клапаном и подзором. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх.